Приветствую вас, друзья и недруги. ВСУшники, те самые, которым восхищается все прогрессивное человечество, превратили храм в Изюме, в городе, который они считают своим, который они как бы освободили, в казарму, посмотреть, что там творится. Вот так они ведут себя, как ведут себя агрессоры на чужой земле, как вели себя нацисты, их предшественники во время Великой Отечественной войны, которые превращали православные храмы, Бог знает во что. Как, кстати, и Бонапарт вел себя в московских храмах после того, как Кутузов отступил и французы захватили Москву. Почему здесь пусть французы? Давай все-таки не будем забывать, что это был Евросоюз. Тогда это было так же, как и в случае с Гитлером, так же, как и сейчас. Воюем с Евросоюзом, вообще со всем коллективным Западом, в том числе и за веру.